Там красноярские асфальтовые заводы могут закрыть. Такая мера грозит предприятиям, которые наносят вред окружающей среде. Об этом заявили сегодня в Министерстве природных ресурсов и экологии края. Власти региона проверят на загрязнение воздуха все асфальтовые производства Красноярска. Сделают это до начала дорожного ремонта. Сейчас в городе действует около 40 предприятий. Только в Советском районе лишь 12 заводов получили разрешение на работу. Многие предприятия, по сути, находятся вне закона. Все они потенциально опасны для атмосферы Красноярска. Напомню, в прошлом году проверку не прошли сразу 11 асфальтовых заводов. Одни превышали нормативы по выбросам, другие работали без разрешительных документов. С начала этого сезона массовые проверки будут проходить регулярно в течение всего лета. Если окажется, что предприятие работает без разрешения, его закроют на срок до 3 месяцев. Превышение выбросов вредных веществ наказывается штрафом до 250 тысяч рублей. Если превышение многократное, производство могут полностью закрыть.